Вчера днем в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что на реке Артемовска в Артемовском районе под лед провалился мужчина 1950 года рождения, который возвращался с места рыбалки к автомобилю. По информации от очевидцев, рыбака затянуло течением под лед. К месту происшествия незамедлительно были направлены спасатели поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Приморскому краю. Прибывшие сотрудники МЧС России провели поиски провалившегося рыбака, осмотр береговой черты и разведку ледового поля. Поиск результатов не дал. Сегодня утром к месту происшествия была направлена водолазная группа из числа спасателей МЧС России для поиска утонувшего рыбака. На данный момент поиски продолжаются. Главное управление МЧС России неустанно напоминает о необходимости убедиться в прочности ледового поля, рыбакам-любителям не выходить на лед до установления низких зимних температур и укрепления ледового поля и утолщения его до величин 15-20 сантиметров. Также напоминаем, что выезд на лед категорически запрещен в любой период.